В Роевом ручье сегодня отмечают День снежного барса. Ирбисы относятся к редким кошкам и занесены в Красную книгу. В нашем крае живут около 60 особей этого вида, и один из них в парке флоры и фауны. Снежный леопард по имени Драгон по кошачьим меркам находится уже в почтенном возрасте. Он родился в Мюнхене почти 15 лет назад. Затем жил в Челябинске и уже 3 года радует посетителей Роева ручья. В свой праздник он получил подарок и огромную порцию мороженого, которое назвали барсиком. Для изготовления этого лакомства сотрудники зоопарка собрали снег в красноярском заповеднике «Столбы» и наморозили ледышек. А гости смогли поиграть в занимательные кошачьи игры. День снежного барса отмечают для того, чтобы привлечь внимание к проблеме исчезновения этих красивейших и величественных животных. Это очень редкий вид. Снежный барс, уссурийский тигр, дальневосточный леопард. Это такие редкие, уникальные, удивительные кошки, которые, по сути, находятся на грани исчезновения. Со снежным барсом немножко, чуть-чуть, буквально сейчас ситуация выправилась. Они немножко стали размножаться, и популяция снежных барсов слегка увеличилась.